Россия подобна огромной квартире, 4 окна в ней, двери 4, на север, на запад, на юг и на восток. Над ней небесный висит потолок, роскошный ковер устилает квартиры, полы на той мэрии в на дыре. И солнце горит миллиард киловатт, поскольку местами наш дом темноват. Как и положено, в каждой квартире имеется в ней кладовая Сибирь. Хранится там ягод отличный запас, и рыба, и мясо, и уголь, и газ. А рядом с курицей, куриц с коридою, находится кран с горячей водою. У сопки Ключевской клокочут ключи. Пойди и горячую воду включи. Еще есть в квартире три классные ванны, северный, тихий и атлантические океаны. И мощная печка систем Кузбасс, что греет зимой холодную нас. А вот холодильник с названием Арктика. Прекрасно работает в нем автоматика. Из сплава древних кремлевских часов идут еще 7 часовых поясов. Все есть в русском доме, до жизни удобной. Только нету порядка в квартире огромной. Там вспыхнет пожар, там труба потекла, то громко соседи стучат из угла. Бла. То стены трещат, то посыпалась краска. Лет 200 назад отворилась Аляска. Поехала крыша, пропал горизонт. Опять перестройка и снова ремонт. Что строит строитель, сами не знают. Сначала построят, а после сломают. Всем хочется сразу, построили чтоб избу, и ранг, дворец, небоскреб. Мы все в нашем доме. Соседи и жители, простые рыльцы, правдомы, строители. И что мы строим теперь на Руси? Об этом ты маму и папу спросил.